Ладно, я поставлю на себя $100. Да, я тоже на тебя. Давай, чёрный гонщик. Алёша, я угадаю на этом, на Харлее? Да. Чё, от первого лица? Ну, я не уверен. Да ладно, гол. Ну, гол от первого лица. У меня такие заостренные ушки. Ядрить, колоти! Блять, я упал. Только я упал, да? Да. Я на тебя приземлилась. Ой, блять. Вот, трасса называется Черепашки. Именно поэтому, да. Это прямо сейчас дэндискую версию напомнило. Ага. Я помню, не знал, где этот тоннель находится, ездил как дебил по городу, искал его. Я набирал опять звезд и ныкалась в тоннеле. Ну я теперь тоже всегда в нем ныкаюсь. О, Корнельев. Ага. Блин, сейчас головой ударюсь от потолок. Мне вот интересно, я хоть туда еду-то? Блин, от первого лица так это, жутко немножко. Я хоть туда еду-то? Блин, у меня что-то какие-то подлаги. В метро, да, ехать надо было выехать? Ну да, и на воду. Я вот, позиция первая у меня. Я упал. Читер, у тебя байк быстрее, чем мой. Ой, блять, я не туда еду. Я не уверен, что у Корнелёва быстрее, чем у меня. У меня нет. Он тоже читер. Блять. У меня он нифига не быстрее. Ну вот я и говорю. Блять, я забыл, куда тут ехать. Вспомнил, но кажется, уже поздно. А, ну ладно. Поехать можно. В принципе, можно и, значит, на той будет. Раз мы здесь по речке пролетаем. Вот это было красно. Мне кажется, кто-то потерялся в тоннеле. Я проехал поворот. Я угадал, кто-то потерялся в тоннеле? Нет. Блин, я тут проехал поворот, обратно возвращаюсь. Эй, блядь, стена, голова. Бля! Кто-то сзади меня в стену вылетел. Да я влетела. Да кто из вас? Я влетел. И я влетел в стену. Так, стоп. Как ты... Как она умудрилась упасть? Я в тоннеле головой периодически потолок задевал. Падал за этого. Блять. Да так миленько. Что может быть мило в слове блять? А ну от тебя это как-то мило звучит. Давай, моя Бетти, не подведи меня! Продай Бетти, купи вот эту хурму, которая у меня. Никогда я не продам Бетти, я с ней столько... Уже долгое время я с ней. Блин, я поворот проехал. Я сказал, блин, я наконец начинаю отучиваться от мата снова. Мой канал. Да, ну я вперед. Блин, аж как? Давай. Давай, да Бетти. Как? Я ж на тебя поставила $100, давай. Need help. Ну я понял твою проблему. Да. У нас это проблема. Может одновременно? Блин. Блять. Объехать можно? Нет. Там вообще жестянка. Блин. Да как тогда? Да, это вам не машина, блин. Да. О, есть. Чё, где-то там проехал? Другой слева.
Я уже даже дырку для вас сделал. А, я вижу. Ха-ха, я даже переехала. Блять, ебучая машина. Ну я так красиво перепрыгнул через этот сраный забор. Кирюха там урвал уже. Да, в стену. Так, а что здесь-то куда? Неужели через забор опять надо было? Эй! А, не-не, все правильно. Блять! В непонятной ситуации едете туда, куда не подумаете. Вот, я объяснил. Нихуя ты не объяснил, если честно. Ничего не знаю. Забор! Вот это я профессионал! Я миллиметрист. Перфекционизм. Машуль. Я тут сегодня утром смотрел схемово его его прохождение по Battlefield 4. Блин. Это пиздец. Не, ну я скажу, он там просто нагибает всех, но то, как он это еще и озвучивает, это просто да ёбан. Отдельный. Вы это про кого? А, схемов. Ну из компании Михакер, но он с ними редко. Но метко. То он запоминает, у него еще такой голос. Не, у него голос очень низкий такой, красивый мужской голос, и он даже он все время у него такие приколы, там просто вот хоть стой, хоть плачь, вот просто вообще. Да ладно, хоть Михакер тоже хорошо стоит, мне очень нравится. Ты знаешь, кто мой папа? Мой папа геодезист. Я чуть не умерла на этом. Нет, только байк не утопи. Так какого хрена ты спрыгнула с него? Ух ты, у меня на момент какой-то... Ой, финиш. Блять, она опять с байка. Ну, дай, дура. Так, теперь, пока половина не проедет... Да. Отчет не пойдет. Давай, включайся, черный экран. Классное место, да? Ну, для байка просто супер. Вот этот прыжок, да. Опять не допрыгнул. А чё, Лёха отстаёт, что ли? Да. А, ты третий у нас оказывается. Да, блин, я это... Бря! На чёртовом, короче, подвис. Ёптусь! Зачем ты Маню бьёшь? Я ее не бью. Я не буду говорить, что он хочет сделать. Это что сейчас было? Вот меня точно так же. Лёша, зачем ты слез с байком? Я не знаю, зачем он это сделал. А просто когда он, типа, по идее, байк затопился, да, то... Он вылазит с него. Да, с него вылазит. Какашка ты, вот ты кто? Как вам, мы 100 баксов забрал. А, я забрал. Ой, извините. Да.